друзі. У нас сьогодні в студії гурт Bad Sister. Cover band Bad Sister. Так, всі запам'ятаєте, що Bad Sister, не Sisters, правильно? Да. Спасибо, що ми війна з цим. Сестра у нас одна. Ми вам допомагаємо, щоб всі запам'ятали нарешті. Як справи, розкажіть. Ми бачимо, ви трошки сонні, так? Мабуть, працювали. Мабуть, вам необхідно було зі мною сьогодні робити зарядку. Да, мы зашли, делали. А мы это и делали. Мы зашли только, как раз, да. Только буквально вернулись с корпоратива, да. Да. Это класс. А, расскажите трошки детальнее про свою творчество. Чем займаетесь? И мы знаем, что у вас есть чем похизуватися, насправді. Кто будет первый хизуватись? Давай, хизуватись. Ну, как бы сейчас время предновогоднее, да, то есть, естественно, у многих артистов, многих людей, кто занимается музыкой профессионально, сейчас такое, ну, тяжелое время, ну, в плане... Активное. Ну, активное, да, не тяжелое, активное время. Тяжелое, работы. Вот мы, у нас... Мне не подобается заменить его слово. Четырехдневный марафон, ну, как бы, действительно, мы... Отработали, было драйвово, было классно, были действительно классные корпоративы. Вот Виталий, который был у вас сегодня и делал зарядку. Пробыв с нами зарядку, наш организатор забил. Активный участник корпоратива. Как это значит, о, то я сегодня на розігріві у Bad Sister, это клево. Потому что на самом деле непонятно было по той ситуации, кто был круче, мы или танцпол, но они просто жгли. У вас был батл, так? Да, Виталик пел с нами, по-моему, 2 или 3 песни. Да, да, люди выходили на сцену, там прям, ну, вообще классно. Мы уже даже задумались, может, нам уже, так сказать, взять его к себе. Буде п'ятим. Так, вокал, да. Вокал. Марині буде допомагати співати, так? Он жохне по-детски. Благодарна публіка, і ми дуже раді, дуже доволі. Ну, було також відкриття «Ёлки» 19 декабря. Ви там теж грали, так? Тоже мероприятие. Миколаї, ти чули? Для нас, да. Я якраз була потрапила на пісню «Королева ночі». Ну, вже естественно. В последнее время это какой-то хит. Да. Ну, вы же знаете, да, я часто со сцены говорю, что мы просто когда подбираем репертуар, то есть надо, обязательно надо, чтобы были песни со словами «Королева ночи», там «Суперзвезда». Чтобы люди себя відчули непростими роботягами. Что-то, чтобы относилось к нашей вокалистке. Да, что ее подчеркивает. А, то я так розумію, Марина у вас суперзірочка. Естественно, да, это класс. Прям застесняю. Мы поддерживаем всегда эти, ну, мысли. На самом деле открытие «Ёлки» для нас это хорошее, достаточно весомое событие. Мы уже 2-й год это делаем. Публика очень классно реагирует. Большое им за это спасибо, что несмотря на то, что холод, да, вот ни погоду не приходит нас послушать. Поддержать. Вы один одного подтримуете. Согревает свои. Да, работать на сцене на самом деле в такую погоду действительно сложно. Это холодно. Руки может замерзнуть. Это, да, это замерзшие руки. Я, например, играл в перчатках. Есть свои секреты. Звучно взагалі? У него был бомж-вариант, 2 пальца был подрезаны. На самом деле мы потратили целых 3 репетиции на то, чтобы вот наработать этот... На самом деле, действительно, мы на репетициях просто одевали перчатки для того, чтобы тренироваться перед этим выходом. Какая куртку не Вы же будете и на Новый рік, так? Тишите Миколаївців, 1 січня. Або 1-го. Мы на Новый год, к сожалению, не будем. У нас в другом месте работа, именно 31 числа. Но 1-го мы опять же вернемся. Здесь, ось так, по девочку, да. Это будет где-то в районе... Такий подаруночок під ялинку на день, на ранок, на день, так? Это будет в районе 7-8 часов. Если кто захочет, приходите, обязательно. Нас поддержите, послушайте. Вечер. Які пісні можна буде почути зі сцени? Так, на ранку. А это сет мы сейчас, сет мы сейчас еще собираем. Все составляем. Не, ну без королевы ночи никак. Ну, тобто можно будет так, да? Прийти там, подергатись там. Обязательно. То есть мы играем только сейчас. Я просто не умею танцевать, как Светлана, я только дергаюсь. В принципе, мы стараемся действительно играть что-то танцевальное, веселое, позитивное, чтобы люди танцевали, чтобы люди радовались. Уже бывает даже такое, что многие подходят, говорят, ребят, может, медляк сыграйте, пожалуйста. А мы действительно уже настолько забываемся про это все, что драйв-драйв, то есть попса, пошла дискотека, пошло движение. Какой медляк? А потом смотришь, действительно люди такие... 40 минут. Давайте трошки мелодики, так, романтики додамо. Чи буде романтика на Новий рік? Ні.
Не было. Не, ну, я думаю, что мы... Просто, да, драйв, let's jump today и так далі. Новий год все-таки. А як ви взагалі потрапили на сцену? Вам якось, я не знаю, як це сказати, ви співпрацюєте з кимось? Чи як взагалі потрапити на новорічну сцену у Миколаєві? Легко це чи ні? Денис просто для себе шлях пробиває. Так, я купив собі флейту. Я купив флейту і хочу на сцену. На самом деле ми сотрудничаємо з нашою госадміністрацією. Вона сама нам дзвонить і предлагає іноді працювати, поучаствувати в міських мероприятиях. Вот, например, в Кропивницком, в бывшем Кировограде, у нас есть официальный представитель Дмитрий, который, собственно, занимается нашим продвижением и организацией концерта. Кстати, отдельный ему привет, большое спасибо, очень хороший организатор, все по плану. Вот. Суши понравились. В райдері були суши. Я так розумію, що ви прийшли і не поснідали. Ні, ми їхали просто дуже довго і дуже неудобно. Це до Кропивницького? Да, да. О, це взагалі. Це окрема тема. Да, ми їхали якоюсь третьою дорогою поляною. Друзі, насправді вже ось до нас прийде Новий рік. І які у вас плани на цей Новий рік? Можливо, розквіт, мрії якісь є. Що? 19-й год? Так. Ну, насчет именно конкретно Нового года, то у нас план один — собраться все вместе, хорошо его отметить. Вот. А по поводу планов на 19-й год. Побольше работы, да. Работа, еще раз работа, прежде всего. Это может быть Коблево, это опять же Кропивницкий. Можливо, ще на якій сцені ми вас побачимо і разом з нашими глядачами. Ну, говорят, открою маленький секрет, что у нас, возможно, опять будет проводиться Fest Мрій. Вот, организаторы уже с нами общались, и мы, скорее всего, что там будем. Да. Это, опять же, это будет, наверное, кайт-фест, скорее всего. Это масштабное очень. Масштабные мероприятия. Тогда, да, вы такие. Там были. Знаем. Ну, сейчас мы, конечно, следим за X-фактором. Хотим попробовать свои силы там. Если... Хотя говорят, что нового сезона не будет, но мы надеемся. Друзья, мы будем сподіватись разом с вами, потому что, ну, я особисто думаю, что вы того варте. Чтобы я отправила за вас повідомлення. Мы будем отправлять смс-очки. Дякуємо, що завітали до нас. Мы бажаємо вам успіхів. Поздравляємо і з наступаючим Новим роком. Так, успіхів не тільки в музиці, а й в особистому житті. Так, взагалі, всього вам найкращого. Я ще хочу сказати, так як ми вже та студія на для нас такой стала домом, мы хотим вам подарить такой вот домик красивый. Все, класс. До нашей Ялыны. Здесь стало, да, еще уютнее, еще больше вам также творческих успехов, новых каких-то проектов, всего-всего вам от нас. А мы вас завжди у цьому домі чекаємо. Друзі, з нами був кавер-бенд Bad Sister.